Для приготовления теста для мант нам понадобится 1 килограмм муки, 1/4 стакана растительного масла, 1 яйцо, 1,5 чайной ложки соли, 1 стакан воды. Просеиваем муку. В муку добавляем соль, растительное масло, яйцо, воду и замешиваем тугое тесто. Убираем тесто в полиэтиленовый пакет и даем ему настояться. 2 раза достаем из пакета и обминаем его. Тесто готово. Готовьте с удовольствием и приятного аппетита!